И снова запустили Translation. Начали Abrogation. Abomination. Все, заходи, начал. Давай, пиши, давай. Ну, пойдем все изучать, как обычно. Вот у меня ножик. Вот, кстати, непонятно, сколько он здесь полезен, этот ножик. Он бесконечный, такое ощущение, что он слабее. Привет, Артур. Привет, Алина. Все, погнали. Ну, пойдем разбираться со всем. Так, ну, здесь дверь уже закрыта. Внизу там какие-то говна. Что-то сейчас слева выскочит. Нет? О, это... Я почему их под сумками называю? Ну ладно. Это... А почему не показывает карту? Или это комната охраны? Точно, это комната охраны. А почему он показывает их на разных этажах? Как попасть в комнату охраны? Ну, через вот эту лестницу. Все, мне надо туда. Что-то подгрузилось только что. Какое-то негодяйство. Очевидно. Ага. Окей, то есть вот лестница. Да? Нет? Или это какая-то другая лестница? Что это за хрень? Что это было? Ой-ой, что-то загружается. Что происходит? Так, сверху у нас вот лестница, которую надо, видимо, скинуть. Никаких предметов нигде нету. Здесь у нас какая-то записка. Усиление охраны канализации. В контроле зонок несколько раз видели неизвестного. Мы начинаем с заведу устаревших механических замков. Вводим новый протокол безопасности. Для разблокировки новых электронных замков необходимо раздать сотрудникам особые батареи. Держите личные батареи при себе во время перемещения по комплексу. Окей, надо найти какую-то батарею. А я ее зам... А я ее отмычкой. Отмычкой. Ладно. Дверь не поддается. Судя по всему, ей нужен источник питания. Все, погнали. Окей, продолжаем двигаться сюда, да? Ой, придется зайти в говно. О, не просто зайти в говно, надо будет съехать в говно. О-о-о-о! Ух ты, прикольно, мусор. Это всегда, это всегда тут так было? Или это специально, когда мы подошли?
Прикольно. А, не, он, наверное, тут генерируется. Мы можем назад вернуться немножко? Да-да-да, он там генерируется, походу. Прикольно. Окей, ну нам надо туда, видимо, сейчас съехать будет. Как я не люблю такое, а? Такие съезжания. Привет, Леон, да? О, боже. Эту одежду точно надо сжечь. А чё ты не можешь перепрыгнуть здесь, а? Так, ага, здесь что-то недоищено. Чё это? Чё это? А, это, господи, это вода. Это жижа. Смотри, лестница, да? Конечно, мы сначала полезем на лестницу, господи. Чё, я балбес, что ли, все время ходить по жиже? Вонючий. А, ну вот сейчас мы это сможем... Ага, не сможем мы никуда попасть. Угадайте, почему. Потому что там нужен этот новый замок. Не нужен, в смысле, а ну, тут новый замок, да. Батарея. Эта батарея ведет как раз в сторону комнаты охраны. Ну, тут две, подожди, тут две двери. Что за решетка? В темнице сырой. Блин, все закрыто. Ладно. Так, у меня все нормально? Игра идет? Вроде идет. Какие вот неуютные эти канализации. Город намного уютнее был, конечно. Ну и что, буду на лестницу убегать. Правильно? Правильно. Окей, пошли. Ну, смотри, вот сзади вот это булькает, такое ощущение... Не понял, смотрите, это что, это пауки? Тут опять будут пауки? Только Артур проводит по полчаса на 5 метрах. Конечно. Что происходит? А что мы за... Мы что-то пропустили здесь? Я не понял, мы что-то тут пропустили? А, точно, смотри. Ручную гранату пропустили, нифига себе. Ну блин, она занимает слот целый, придется ее в какой-то момент использовать. Пока никого нет, и это очень радует. Так. А то я бы обкакался уже. Я уже обкакиваюсь. Окей, ну чё? Ну тогда надо идти в офис, видимо, да? Вот сюда? Потому что остальной путь, он как бы куда идет? Он идет сюда, в лабораторию. А, подожди, а там в сообщениях не было написано, где? В офисе? Блин, кто-то появится. 100%. Блять! Сука. Подожди, подожди. Что это за нахер? Что это за нахер? Что это? Что это было? Офигеть. Я надеюсь, она больше не встанет. Офигеть. Окей, тут больше никаких предметов нет, просто идем. Что, точка сохранения? Вау, круто. Точка сохранения. Взрывчатка Б. Можно совместить со взрывчаткой А? Что? Можно совместить со взрывчаткой А, чтобы создать зажигательные боеприпасы, или совместить с другой взрывчаткой Б, чтобы создать кислотные боеприпасы. О, как все сложно. Подожди, это точка сохранения или что? Ну тут просто ящик. Журнал лаборанта. 4 марта, темп воды, температура воды 18 градусов, pH это кислотность, по-моему, 6-8. Гам впервые выпустили из резервуара, двигаются вяло, боевой потенциал низок. 18 апреля, 20 градусов.
температуру воды. Пробовали новые гормоны, медикаменты. Один вариант дал положительный результат. Боевой потенциал заметно вырос. Особенно научилась быстро передвигаться и заглатывать жертву целиком. Это, видимо, вот эта же тема сейчас столкнулись. 30 июня. Температура воды 22 градуса. Кислотность 6,2. Зонд. Официально остановил разработку ГАМ. Нам удалось спасти несколько особей с особенно высоким потенциалом. Доктор Логан Карлайл настроен, что бы то ни стало, довести развитие ГАМ до совершенства. 14 августа. Температура воды 25 градусов. Кислотность 5,8. Две недели в канализации. Из-за повышенной температуры снизилось качество воды. Но особи чувствуют себя лучше, чем опасались. Гаммы быстро заполнили план тоннелей и 2 дня исследовали подземную часть города Идота. Все особи знают нас и ведут себя дружелюбно, но на тот случай, если не выйдут из-под контроля, мы запаслись мощным оружием. 1 сентября. Температура 23 градуса. Кислотность 6,1. Нам повезло. Взятка начальнику водоканала помогала избавиться от лишних помех, но гаммы продолжают расти, и это становится проблемой. Нужно искать варианты. 9 сентября. Температура воды 21 градус Цельсия. 6,1 кислотность. Лабораторию забрел работник водоканала, но гаммы немедленно его уничтожили. Это доказывает их пригодность для работы в полевых условиях. Окей, да, значит, что-то я, да, в полночь очень много ору, его надо прекратить. В лаборатории забрел работник водоканала, но гаммы немедленно его уничтожили. Дальше, завтра свяжусь с европейским отделом зонта, может, они еще увидят свет. Окей, так. Счет из оружейного магазина Кендо. Спасибо. Спасибо за покупку гранатомета XXXXXXXX. Мы внесли специальные изменения в эту модель, чтобы обеспечить совместимость с различными типами боеприпасов. Для оптимального результата обязательно выбирайте боеприпасы в соответствии с ситуацией. Во время покупки мы уже обсуждали, что это обновленная модель, и патронник нужно проворачивать вручную между выстрелами. Но это потребуется дополнительное время, но это отразилось на цене, как мы и договаривались. Записи другие на обратной стороне. Взрывающиеся патроны. Взрывчатка А дважды. Зажигательный боеприпас. Взрывчатка А на взрывчатку Б. Кислотный боеприпас. Взрывчатка Б дважды. Артиллерийские мины. Создать без сложности невозможно. Не стоит запасаться. Они не помогут, если придется сдерживать ГАМ. What? Окей. Нихера себе. О, смотри, он уже 2 слота занимает. Окей. Ну и сохранение. Окей, ну давайте смотреть, что убирать. Так, ну, взрывчатки Б нам в этом смысла нету. Ну, может быть, давайте одну травку уберем. Два зажигательных боеприпаса, прекрасно. Окей, ну надо сейчас будет на чем-то пробовать, видимо, да? Отмычка, надо ее, видимо, убрать. Пока не видно, где сейчас нужна будет отмычка. Но если понадобится, то мы как бы сбегаем, принесем, как говорится. А взрывчатку что, можно с каким-то порохом объединять или что, не пойму? Нет, только со взрывчаткой же, правильно? Вот. Ну вот, типа... изучить, да? А Б и там это, да? Там где там было? Вот тут, да? Да, А Б и Б Б. Вот. У меня только одна Б. Никакого смысла в этом нет, поэтому сейчас. Окей. Так, убираем. Убираем. Патрон, пистолет, дробовик, все окей. Нужно, вот, нужно взрывающуюся вот эту оставить. На дробовик кончаются патроны. Надо, слушайте, надо сварганить. Надо сварганить. Где высококачественный порох? Вот его. И просто порох. Надо сделать патроны. Блять. Я дурак. Вот же они. У меня много их было. Ладно, тогда. Тогда уберем сейчас пока. Что-то я взял, потратил. Ну, я. Ладно, я дурак просто. Окей, ну погнали дальше. Возвращаемся назад. И получается, сейчас мы пойдем вот здесь. Сначала я предлагаю, наверное, зайти в лабораторию, а потом уже двигаться там дальше. Ну, сейчас она где-то выскочит. Я предлагаю вместо гранаты, наверное, поставить вот эту штуку. Сейчас где-то выскочит. Это же очевидно. Вот отсюда, например. Нет. Ладно.
отсюда. Так, надо бы сейчас дойти до лаборатории. Опять подгрузки. Тут огромное количество мест, откуда... О, вон он стоит. Все, готово? Вау, ну смотри, сразу убила ее. Это круто. Ну да, тут прям такой экшеновый экшен. Так, не понял, что здесь за выступы. Стоп, подожди. А тут что за выступы? Или это так, по приколу? Ну, смотрите, почему на карте это выделяется? Ну ладно. Просто так. Ничего, сожгло ее, ладно. Слышишь, что-то... Сейчас откуда? Вынырнет откуда-то. Так, там никого нет. А вот здесь... Ну, слушай, мне кажется, сначала надо пройти в лабораторию, а потом уже туда идти. Супер. Супер. Вот, теперь оно кончилось. Так. Кончились снаряды. Теперь нужно будет вот выживать. Но мы заметили, что граната и дробовик делают свое дело. Вот что-то где-то здесь валяется, видимо. Но мы это почему-то не видим. Возможно, там. Ну ладно. Еще вернемся. Я надеюсь. Я надеюсь, что мы сможем еще вернуться. Тут нас никто не будет преследовать. Ага. А, вот снаряды. Супер. Игра как знала, что мы потратим ровно 2 снаряда. Ну тогда мы выбираем обратно его. Блин. Блин, игровая подсказка. Я чуть все не обосрался. Извините. Это была просто игровая подсказка. Че, сохранение тут будет? Я обожаю же сохранение, вы помните. Чё-то давно зомби не было, да? Ну, сейчас осмотримся сначала. Мы сейчас осмотримся, они потом появятся обязательно, правильно же? Всегда же так происходит. Чё это? Батарея. О-е! Это вот то, что... Да ты чё, нифига себе, она 2 слота занимает. Чё, с ума сошли? Порох. У меня всего 1 слот. Вот, подожди, поэтому с порохом. Подожди немножко. Сейчас. Бля, отмычка нужна. Еще порох. Зеленая трава. Любовное. Любовное письмо. Дорогие мои балышки. Уже 3 месяца мы с вами здесь скрываемся. Постоянно вспоминаю, как мы вылупились. Как вы вылупились. Ой. От ваших глазков мое родительское сердце так сладко сжималось. Ваши очаровательные тельца, которые скрывали невероятную разрушительную мощь. И, конечно, ваш вечный неутолимый голод. Вы истинный апогей серии «Охотник». Но нет, вас приказали уничтожить. Подумать только, из-за нескольких мелких уязвимостей они решили, что оружие из вас не получится. Так и заладили про вашу слабость к огню, про челюсть, без защиты во время кормления. Это, по их мнению, недостаток. Угу. Челюсть. Да что они знают об особенностях личности. Именно за недостатки я вас так и люблю. Но мы им еще покажем. Здесь мы вместе продолжим развиваться. Мы еще докажем, Umbrella Zantu, что вы, мои любимые охотники Гамма, венец творения. Так, окей, смотри.
Здесь много предметов. Зеленая трава, порох, обычный замок, высококачественный порох. Здесь много всяких предметов. Вот. Сохранение ближайшего тут обратно. С ящиком. Эти вот предметы надо бы забрать отсюда. Мне так кажется. Ну что, да, тут что-то все такое-то. Батарея для электронных замков. Что-нибудь можно тут нажать? Нет, нельзя. Окей, ну, давайте двигаться тогда назад. А еще можно здесь спастись, да, если что? От этих гам. Сюда вот прибежать, например. Такое ощущение, что меня кто-то где-то будет преследовать, не знаю. Потому что пока все достаточно просто. Такое на уровне обучения, знаешь. Ну давайте вот мы не будем пока туда двигаться. Давайте попробуем, например. Ну а что тут? Что у нас лишнее? Ну у нас ничего особо лишнего, просто надо будет, типа. Ладно, давайте пойдем по сюжету. Я надеюсь, что я смогу вернуться после этого. А, здесь тупик, да? О, а что тут за мертвый товарищ лежит? Я взял порох, окей. Патроны. Я их не могу взять. Блять, извините. Записка сотрудника водоканала. И вот опять, на этот раз они схватили Кейда, я все видел. Одна из этих тварей просто заглотила его целиком с головы до пят. Я пытался их предупредить, когда 2 недели назад пропал Билл. Копы заявили, что он, видимо, просто сбежал. А я им, что за бред? У него вот-вот жена родит. Ну разве они слушали, нет? Да что за хрень? Сраные сортирные жабы с вонючим дыханием. Только подумаешь, что сбежал, еще одна падла лезет из тоннелей. От копов толку вообще ноль. Этим бюрократам в штабе тоже доверять нельзя. Следующее жабье рыло получит прямо в лобешник. Так, окей. А, тут просто, да, тут что-то перекликается с этим. Окей, у нас, короче, не хватает места нигде, вот. А по-любому, получается, путь идет назад. Ну, пойдем. Пройдем тогда через сохранение как раз. Получается, что у нас в итоге тут? Да, чтобы вернуться назад, это, видимо, надо сделать через вот эту комнату охраны. Сейчас откуда-то вылезет, да? Что, сзади, что ли? Господи, тут везде вода льет. И мне кажется, что это... Да, везде льет вода, и кажется, что повсюду враги. Фу. Сейчас отсюда вылезет, да? Не, ну по идее они могут вылезти только там, где, наверное, решеток нету. Они слишком жирные. Чтобы вылезать откуда-то еще. Сейчас вот здесь, да, опять вылезет. Пока нет. Вот, но надо просто... Мне кажется, надо сбегать за вещами, сложить все лишнее. Ну, допустим, сейчас мне нож не нужен. Гранаты... Ну, гранаты могут пригодиться, мало ли. Вот это давайте уберем. Ну-ка, давайте пока лишние патроны сложим, потому что мы сейчас будем здесь круги наворачивать. Сколько нам надо предметов забрать? Смотрите, нам надо забрать патроны для дробовика. Раз. 2 трава. 3 порох. 4 высококачественный порох. И еще и отмычку с собой взять. Надо там открыть дверь, да? Так, сейчас.
Так, где отмычка? Достаем отмычку. Убираем дробаш. Убираем батарею. Подожди, зачем, да? Зачем нам батарея? Да, мы сейчас вернемся сюда. Так, окей. Окей, побежали в путь. Я надеюсь, что сейчас по пути никто не вылезет. Это будет неприкольно. Но они вроде здесь не спавнятся в этой игре, что хорошо. Обычно. А вот как оказалось, Resident Evil 6 спавнятся, что тупо. Так, забираем патроны. Окей, все, отлично. Теперь идем в лабораторию. Ну, вроде, да, больше никто не объявляется. Это хорошо. Так, подожди. Так. Что это? Взрывчатка. Вау. Прикольно. Порох. Трава. И... Блин, я уж испугался, что у меня игра вылетает. Высококачественный порох. Окей, забили до отвала, да? Но все прочистили. Теперь идем назад, сохраняемся, берем нужные предметы и... И идем по сюжету дальше. Я надеюсь, что сейчас здесь никто не появится у меня на пути. Мне нравится, что игра в этом плане достаточно последовательная. Ну, то есть, если что-то меняется, то это потому, что по сюжету что-то произошло. А если мы по сюжету не двигались, то ничего не меняется. Это достаточно удобно. Так, что там порох А и Б дает? Напомните. Так, где это было? Это все еще центр города? Блин, аптеки. Стой, стой. Сейчас, минуту. У меня телефон садится, надо включить. Все, что-то как-то не по порядку все пошло. Вот журнал лаборанта, да, это было. Дневники тренировок. Почему тут дневники тренировок? Стойте. Вот, порох в боевых условиях. Не тот порох. Так, сейчас. Где это? А, вот, кендо. Взрывающийся... вот зажигательные боеприпасы — это А плюс Б. Ну давайте, их сделаем, давайте посмотрим, что это такое. Вот. Давайте попробуем, сделаем. Потом будем локти кусать, как обычно. А, ну вот, он сделал снаряды, которые сейчас мне нужны. Прекрасно. Так, высококачественный порох мне сейчас не нужен. Патрон для дробовика давайте сложим. Травку давайте сложим. Отмычка, неизвестно, нужна нам будет или нет. Давайте пока ее уберем. Я думаю, мы там сейчас сделаем какие-то сокращения. Так, давайте достанем патрон для пистолета. Вот этот порох уберем. Патрон для дробовика где? И дробовик. Нож мне, да, сейчас нож мне не очень нужен. Так, вот дробовик. А патроны для него, вот они. Так, все, у меня больше ничего нету с собой вывезено. То вот один только слот остался свободный. Окей. Окей, побежали дальше. Побежали дальше.
Так, ну сейчас, скорее всего, тут что-нибудь вылезет. О! Прикол, сразу все зарядилось. Сейчас вылезет здесь. 100%. Я же сказал. Наверное, сзади никто на меня не нападает. Музыка страшная. Ой, звук такой, как будто спустили унитаз. Окей, сейчас там будет здорово. Там должна быть комната охраны. Там должен быть... Сумка там должна быть. Подожди. Подожди, я батарею могу-то забрать? Или она закроет дверь? Батарея дверь закрывает. Уху! Вот это интересно. Все понятно. Так. Давно зомбаков не было, вот что скажу. Там надо будет сейчас дверь открыть. Мое лицо, когда я чересчур как бы трачу крутые снаряды на такую, как потом, например, выяснится, что это мелочь. Нет, ну я потратил гранату и дробаш. Окей, это хрень отсюда откуда-то выскочила, да, из этого говна. Так. О, знакомые замки. Одна компания замки делает. Так, забираем батарейку. Так, вот комната охраны. Надо сначала в нее зайти. Это я вам точно говорю, это 100%. А потом нужно будет двигаться туда. Ура! Набедренная сумка! У-у-у! Давно этого не было. Взрывчатка А. Это тоже хорошо. Это тоже классно. Обожаю взрывчатки. Что еще упустил? А, порох. Обожаю порох. Так. Все взяли, да? Теперь движемся дальше тогда. Как раз два слота для батарейки. Окей. Пошли. Я надеюсь, что где-то там сейчас будет сохранение уже. А, отсюда мы шли. Мы это видели место. Сейчас опять выскочит, да, спереди? Нет, не будет. Значит, внизу выскочит. Сейчас появится немезида. Ну смотри, я теперь могу вернуться назад и там сохраниться. Давайте-ка это сделаем. Заодно лишние предметы скинем. Мое лицо, когда за этой дверью было сразу сохранение. Так. Так, ну предметы этим надо носить. Взрывчатка А. Ну, может быть, по ходу дела пригодится. Вот порох не нужен. Пистолеты, гранаты, ну это как бы на всякий случай все. Вот. А вот взрывчатку надо оставить с собой. Почему? Потому что мы можем найти какую-нибудь еще взрывчатку и скомпоновать из него патроны на месте. Вот, погнали. Может, стоило ножик взять? Давайте ножик возьмем. Да открывайся. Не знаю, мало ли сейчас пойдем, а там зомби сидят какие-нибудь.
там зомби сидят. И надо их будет резать. Ну, мы вроде все изучили, да? Кажется, что все. Ну, видимо, это выход на поверхность. Наверное. Ну, судя по лестнице наверх, выглядит именно так. Позади осталась батарея. Сейчас придет за мной Немезида. Надо будет бежать. Карлос, ты меня слышишь? Джилл, слава богу, все в порядке? Ага, я в дорме. Оторвалась от него. Отлично, метро снова работает. Мы уезжаем, как только ты вернешься. Ну да, все, мы прошли метро. Мы прошли этот просто эпизод, вот и все. Так. Ты зачем? What the fuck? Ёперный бабай. Не-не-не-не-не-не-не. Так, стоп. Где мы сейчас были, вот у меня вопрос. Здание под снос, мы здесь были, что ли? Где мы были, в центре города? А, похоже, да, видимо, в центре города. Окей, спасите существа, погнали. Оно пользуется оружием, удивляется она. О, что это, сохранение здесь? Ух ты, прикол. Давно не было. Так. Так, что это такое? Взрывчатка А. О, у нас теперь... Мы можем попробовать сделать другой тип патронов. Это взрывающиеся боеприпасы. Вот мы такие не пробовали. Да, а как менять? ЛБ. Так, это вот взрывающийся я сейчас поставил. Это зажигательное. Зажигательное это против этих сволочей рыбных. А взрывающие боеприпасы, скорее всего, наверное, против него или что-нибудь такое. Так. Все здесь взяли, да? Ну, я думаю, набор это текущий нормальный. Ну, только вот траву надо убрать лишнюю. Ну-ка, давайте вместо спрея возьмем все-таки сильную траву. Объясню сейчас почему. Если вдруг будет опять эта херень, которая садит этих паразитов, то может быть спрей против них не помогает, может только трава помогает. Так, окей, теперь надо наверх идти, да? Смотри, я такой взял и все, и не идет за нами. Очень удобно. Главное, почему он тут дверь не может пробить? О, здрасте. Так, давайте испытаем. Окей, мы испытали, но я думаю, зря мы это сделали. И, наверное, можно было вообще здесь пробежать всех. Зачем я решил здесь всех убивать? Тут никаких предметов нету, зачем? Что происходит? Он все жжет. Где он? Говорит, надо выбираться быстро.
Так, надо опять по лестнице наверх идти. А, он снизу вон идет, все жжет, да? Прекрасно. Удерживаем. Удерживаем. Так, я самое главное не хочу пропустить никаких предметов. О-о-о-о, появился. Так, не-не-не, жопку ты мне не, не подгорай. Ой, ты... О, здрасте, приехали. Ёб ты, гадык. Не надо меня жечь. Да-да, прыгаем, прыгунья. Поднимайся, поднимайся. Как она мягко прыгает. Окей, нет, не мягко. Все-таки обвалилась под ней. Так, не понял, мы что, до сохранения дошли? Мне нравится это. Это так смешно. Ну ладно. Я думаю, что здесь, наверное, не будет этих хреней. Надо взять с собой лечебный спрей. Скорее всего, сейчас, наверное, будет драка с боссом. Это пригодится. По поводу патронов. Надо немножко обновить запасы, мне кажется. Надо взять прям патроны для дробовика полный этот. Фарш. Вот. Остальное все. Ну, в принципе, мне ничего, мне кажется, больше не нужно. Если будет нужно, я потом загружусь. Вот. Ой, стоп. Что тут за газета? Давайте газету почитаем, пока мы в горящем здании. Уведомление о задержке СДОСа. График СДОСа изменен за продолжающихся народных волнений. По соображению безопасности электрооборудования, включая генераторы, перемещено на крышу для хранения там. Вход на территорию закрыт для прекращения беспорядков. Просьба сотрудникам оставаться дома и ждать дальнейших инструкций. Окей. Мы будем сейчас взрывать генераторы. Ну все, это место драки с боссом, очевидно. Я... Офигеть. Иди сюда. А ты до меня не достанешь, подходи поближе. О, трава. Наверное, пригодится. А, вон генераторы. Так, еще трава. Чуть такое. Чуть-то. А, опять трава. Так, где он? Чё это валяется? А, это отражение просто. Фу ты, блин. What the fuck, что он делает? Чё это было? Я же правильно понял, что его надо сносить этот? О, нет, он меня догоняет! Чё это, чё это? Подожди. А, патрон для дробовика я просто взял. Бля! Ой-ой-ой! Да пошел ты нахер! Ты смотри, что делает, а? А! Ой-ой-ой! О, ток.
какой. Зря. Ура, взорвал. Ой, ёпты, кдык. Так, и что теперь? Этот тварь еще брыкается, говорит. Бля, у меня... О, ух ты, ёпты. Что он творит? Бля, сучки! Тихо! Так, стоп. Твою мать! Да выпусти меня! О, блин. Сейчас. Блять. Я просто... Я не могу убежать от него. Так, что это, патроны? Зажигательные! Бля! Тихо. Так, спокойно. Блядь! Тихо. Как же он запарил, а? Ай, бля, ух ты! Что делать-то? Так, что делать-то? Я еще, кстати, какие-то предметы не собрал, да? Так, сейчас. Так, подходи, я тебя буду убивать. Все, что ли? Я его убил? Я думал, это невозможно. Да не, конечно, его не убил. Он просто сознание потерял. Ух ты. Ничего себе. О! А, хер. Вот так. Вау. Я получил ачивку Nemesis Down. Типа Немезида Down. Нет, Немезида помер. Конечно, нет. Конечно, не помер. Еще бы. Карлос, это Джилл. Меня слышно? Слышно хорошо. Ты в порядке? Ага. Эта тварь мертва. Отлично. Падди Лобби. В чем ты думала, делая себя живца? Тебя же могли убить. Даже не начинай. Так было надо. Знаю. Спасибо. Метро снова работает. Дуй обратно. Вернитесь на станцию метро. Окей, тут какие-то можно предметы найти. Сейчас мы поищем. Надеюсь, Немезида не вылезет сейчас опять здесь. А то будет это очень не смешно. Патроны. Все, больше ничего нет. О, неужели мы сейчас сможем все-таки вернуться? То есть все-таки обманули? Не. На самом деле нет, мы не сможем.
Хм. Сохранение. Ну, короче, типа, вон там находится вход в метро, как я понимаю, по карте. А мы идем сейчас в другую сторону совсем. Что, слышал, слышал? Ой, подожди! Это же парковка полицейского участка из второй части. О, прикольно. Прикол. Че, можем спуститься в полицейский участок? Ну, давайте туда сходим сначала. Да, это парковка полицейского участка. Из второй части. Закрытая. Стоит свод, фургон. Это значит, еще сюда как бы Леон не пришел. Вроде ничего тут не валяется, да? А, нет, смотри, есть. Высококачественный порох. Ну, конечно, конечно. Ну, конечно, ёкарный, бывай, конечно. Как без высококачественного пороха? Окей, теперь надо бы как одним выстрелом бы подорвать всех зомби. Вот тут просто бочка стоит, но это же не просто так. Подходите. Все, нормально. Так, этот товарищ что-то забыл в магазине, да? А, все, тут больше ничего нет. Ну ладно, ты там занимайся своим магазином, я тебя не отвлекаю. Тогда не будем ничего никакого тратить, раз тут это... Вы там гуляете, как бы занимаетесь своими делами. Ага, тут закрыта дверь. Нужен ключ. Значит, надо зайти сюда сначала, видимо. Прикольно. Взрывчатка Б. Зеленая трава. О, самозарядный ствол, дробовик. О, интересно. Ну, наконец-то, если сейчас мы его добавим, наконец дробовик увеличится на 2 слота, нет? Дробовик М3. О, увеличился. Окей. И в чем прикол? Значит, да, подавляет увод ствола, повышает точность стрельбы, это было. Самозарядный ствол, это повышает скорострельность и огневую мощь. А можем его разобрать? А, не, мы его уже обновили, да? То есть ложа стала его частью. То есть у нее так нельзя. Все понятно. Все понятно. Кто-то ничего на приход Леона не осталось здесь, потому что Джилл первая пришла и все. Тихо. И все здесь обкрала просто. Не двигайся! Черт, Джилл, Кендо, ты в порядке? О, вы не друг знают. А, в порядке, ты с натяжкой, прости, я немного нервный. Неизвестно было, чего ожидать. Да, неужели? Слушай, мы до метро вывезем людей из города, ты с нами? Метро? Что ж,
Неплохой вариант. Когда мы выберемся, дел у нас будет много. Человек с твоими навыками нам пригодится. Что-то не так? Ничего, просто сейчас не лучшее время. Слушай, за меня не переживай. Попробуй придумать что-то еще, ладно? Уж постарайся. Лучше тебе оружейника не найти. О, нет, не твори глупостей. А, это же твоя работа, да? Береги себя, Джилл. Так, а у него там дочка, мы знаем, да, сидит грустная. О, сохранение. Эй, Джилл, последний, собираешься на станцию, гни служебный переулок, магазин, да хорошо? Хорошо. Так, надо сложить лишние вещи. Боеприпасы пока не будем создавать. Надо просто убрать лишние штуки. Там достать какой-нибудь спрей, например. Есть у меня спрей? Да. Вот. Там патроны на дробовик достать какие-нибудь. Больше у меня нету, да, патронов на дробовик никаких? Вот. Сохранение. Удобно. Сейчас чуть-чуть еще поиграем, минут 10 и закончим. Я что-то в этой комнате... А, ну тут типа, что тут, ключи, да? Ключ висит на стене. Ключ от ворот Кендо. А, в прошлый раз не было ничего заставлено, и мы могли пройти. Она говорит, папа. Все хорошо, конфет моя, все хорошо. Хорошая девочка. Пусти меня. Так, мы тут все обследовали, мы сохранились и взяли ключ. Боеприпасов толком не осталось, но я просто не знаю, как бы, какие боеприпасы лепить. У меня есть взрывчатка Б, да? У меня есть взрывчатка А. Я могу сделать зажигательный. По-моему, у меня еще взрывчатка А есть, нет? Нет, я путаю, да. Я могу сделать зажигательный, но сейчас в этом особо не вижу смысла. Еще момент, что... Мне кажется, что гранатомет можно сейчас, наверное, убрать. У меня есть граната, например, вместо этого. Вот. Я не думаю, что на нас сейчас будут рыбы какие-нибудь нападать. Ну, по крайней мере, надеюсь на это, что не будет. Все, здесь все обчистили. Можно двигаться. Никаких записок нету вроде, да? Окей, идем в этот. Открываем дверь и идем в переулок. Переулок, в который потом поперлась Клэр. Так, ключи после этого выкинуть можно или нет? Все, ключи можно выбросить. Там кто-то встал. Ёпты-гдык. Смотри, хрень это. Тихо. Что-то много на нее так потратил, ё-моё. Лестница на этот раз завалена мусором. Ну, пойдемте. О, какой-то дом. Окей, причем в нем искать нечего. Ну, может быть, только записки какие-нибудь. О, здрасте. Ну, гранат это было, конечно, чересчур, вот так скажу. Ну, попробовали. Так, это выход на улицу. Ну, подождите. Наверняка здесь что-нибудь есть интересное. Нам нужно вернуться на станцию метро. Вот, в общем, наша задача на текущий момент. А-а-а!
колонка писем Вребеда Едота. Дорогой редактор, пишу, потому что всерьез беспокоит пробедат кристаллов. Это лучшее место в центре города для прогулок с детьми на выходных. И дед Магазина популярнее и суровее кошелька родителям, чем дядя Игрушка. И трудно не заметить... Твой анкл. Ой, анкл твой. Твой анкл. То есть игрушечный дядя. И трудно не заметить, что в вид 3D большая статуя входа трясется, словно ее держит пара жалких винтиков. Если в лютый день статуя потеряет голову, дети могут серьезно пострадать. Я уже в третий раз жалуюсь управляющим, но он не торопится что-то делать. Неужели мы не пошевелимся, пока не произойдет катастрофа? Нет уж, пусть полетит только одна голова управляющего. Смертельную ловушку пора убирать. Окей. Так, надо назад за отмычкой, блин. Ладно. Погнали. Придется вернуться назад. Ну а что еще делать? Так, у меня там, по-моему, еще граната была, нет? Или я путаю? Нет, я путаю. Окей, ну нужно сделать порох. Нужно сделать патроны на пистолет. Вот что я скажу. И красную траву можно убрать. Вот. Отмычку взяли, да? Окей, погнали. Что за крики? Так. Открываем. Так. И что там? Взрывающиеся боеприпасы. Прекрасно. Это очень классно. Это очень здорово. Так, окей. Спускаемся вниз. Интересно, зачем они здесь? Они пригодятся, что ли? Так, давайте выйдем на улицу, посмотрим, что нас там ждет. Так, окей. Мы вышли на улицу. Ага, мы, получается... То есть, я так понимаю, что нам, что мы в итоге вернемся сюда куда-то, да? Интересно, как? Ой, что-то нехорошее будет. Тихие, пустые улицы — это ничего хорошего вообще абсолютно никогда. Я еще ранее... Опа! Твою мать. Вот, я же говорил... What the fuck? Эта сволочь ракетницу взяла. Rocket launcher? Really? Блядь! Так, тихо. Смотри, а он на карте показывает. Мы вышли. Так вот, получается, мы вернулись в эту территорию? А чё тогда люди рассказывают, что возврата нет? Да, бля, тихо! Да ты, твою мать! What? Я сгорел? Почему я сгорел? Ладно. Ну, в смысле, просто не выглядело так, как такой сильный уж пожар. Иногда вам будут попадаться искрящиеся генераторы. Стреляйте по ним, чтобы поразить только врагов поблизости, но будьте осторожны. Не подойдите слишком близко, вам сами получите тролля. Ой, блин, ты смотри, а. Опять этот. А что такое сохранение так далеко-то, а? Ладно. Ну хотя нет, сохранение было не так далеко. Сохранение последний раз было вот в этом доме.
Ну они же разве не догадывались, что я вернусь? Отмыть город, отмычкой открыть ящик. Так, окей, получается, у нас в итоге заводит не по краткому пути в этот к метро, к станции метро. Да. Он нас заводит. Вот мы попадаем сюда, и потом нам приходится вот здесь бежать. И, возможно, может быть, здесь какой-то путь особо откроется новый, не знаю. Вообще концепция очень прикольная, конечно. Тут прям вот конкретный враг, который нас все время преследует, это забавно. Полицейская чуть не угробила полицейского человека. И долго ты лежать так будешь? Чел, ты в порядке? Карлос, эта тварь снова досела до меня. Да ты только шутишь, что ли? Ты же вроде и убила. Бля. Мне тоже так казалось. Блять. Тихо. Да твою мать. А, нас просто перебросило через этот мусор. Ну дай, ну сохраните меня, пожалуйста. Так долго бежим от него. Где мы сейчас, я понять не могу. Ага. У нас открывается точка новая. Я надеюсь. А, вот, вон, все. Так, и что, все? Открыли все? Да, все, больше ничего нет. Ну смотри, то есть она все-таки туда возвращает. Ну, по крайней мере, так выглядит сейчас. А вон кукла. И подсказка, соответственно, ей надо голову будет сбить. Видимо, таким образом мы сможем его одолеть. Во, мы вернулись в город обратно сюда. Но, видимо, тут все будет сейчас перекрыто. И вот, может быть, мы сможем сюда зайти, посмотреть, что здесь, к чему. Так, там, там сокращение. Джилл, ты слышишь? Думаю, что я в курсе, как затормозить эту сволочь. А, смотри, перекрыто здесь все. Возвращайся до станции. Привести упрямиком к вам? Все в порядке, поверь мне. Ага, лестница теперь не работает, окей. Ага, туда не пройти, не попасть, сохраниться. Я, значит, сейчас могу здесь что-то взять, найти. А, не, он сам взорвал эту куклу. What? Стоп, what? Стоп, блядь. Да ты чё? Пипец. То есть, да, в итоге это было... О, твою мать! Он вернулся. Вот она! Вот! Вот что я пропустил! Блять! Тихо! Блять! Сука! Ух ты! Блять! Петрас! Пиздюк! Тихо! Дверь! О, нет! Нет! Это было офигенно. Еще так забавно, что он это анимация сыгралась над дверью. Пипец. Окей, но теперь я не затуплю.
Теперь понятно, что я пропустил. Фец, жопа. И чё? Yes! Всё, карта сидя, прекрасно. Чел, сюда! О, супер. О, господи, что здесь такое красное? Я пытаюсь. Конечно, это офигенно, чувак. Такой огромный чувак с огромной ракетницей дует. Вон, о. Эй, ты в порядке? Беги, беги. Ну уже, да забудь о нем. Зачем это? Ага, вот что он делает. Умно. Ну же, давай выбираться отсюда. Так, идем до первого сохранения, ищем, где сохранение у нас. Доберитесь до платформы метро. Че, мы сможем вернуться в эту комнату, забрать контейнер, который там валяется? Ну, конечно, да. С картой возврат не тот, который я думал. То есть, да, действительно, линейно все достаточно. Но зато хотя бы мы прошли через ту территорию, которую я волновался. Карлос, я понимаю, у нас поначалу не все сложилось, но спасибо за помощь. Эй, ты же первая спасла меня. Ты гораздо храбрее. Я знаю. Чтобы гораздо нужнее, мы теперь сможем всех вытащить из города. Ага, ты будешь в безопасности. Ну, смотри. Можно сюда подняться и здесь сохраниться, да? А, нет, подожди, тут все... Нифига себе, тут все завалили. Можно воспользоваться ящиком, но нельзя воспользоваться сохранением. Блин. Ха. Ну, уберем один спрей. Забавно. Можно было воспользоваться ящиком, но нельзя воспользоваться сохранением. Окей. Вот где оно? Вот центр города, да? Да, тут пропало просто. Окей, ну давайте пойдем дальше. То есть, возможно, дальше будет точка сохранения. И больше меня волнует это. Возможно ли сюда сейчас зайти? Вот сюда. А, блин, нельзя. Закрыто теперь здесь. А ты? Судя по всему, я не сяду на поезд. Почему? Поступят новые приказы. Если это значит, что я могу спасти город, меня это вполне устраивает. Ну, пойдем. С одной стороны, здесь как бы немножко концептуально возврат на старой территории используется, как во второй части, но он не используется с точки зрения геймплея. Как вторая часть. Отличная работа, репутация вполне оправдана. Забирается, поезд скоро уходит. Карлос Тайрелл, у вас есть приказы, возвращайтесь в город и тащите Натаниэла Барда. Это же не последний рейс из города, правда? Не волнуйся, как только гражданские будут в безопасности, поезд вернется. Все в порядке, поезжайте. Я у тебя на руках умирать не собираюсь, чтобы ты остался в этом холодном жестоком мире без Карлос. Хорошо. О, у них любовь, да? Надо искать этого ученого, его вакцина нас всех спасет. Натаниэль Бард. Не помню такого. О, видишь? Ты учишься. Чему учусь? Важна лишь твоя собственная жизнь. Чему учишься? Что? Что поменялось? Ничего не поменялось? Я не пристрелил никого умирающего. Удачи, поехали. Или он, типа, не мезиду я не пожалел, или что? Уйди, шляцкий Карлос. Горячий испанский парень. 29 сентября, 2.11, вагон метро. Ты же не думаешь, что книжный червь вроде Барда до сих пор жив, правда? Я это знаю из достоверного источника. А что? Переживаешь из-за напарников или еще что-то? Ф-
Забавно, как здесь бог злые зомби смогли поймать засаду взвод. Ворота-то были закрыты. Как думаешь? Опа! Что это было? Так, где сохранение ближайшее? Дайте мне сохранение. Твою мать. Все, все гражданские... Почему этот выродок все не подыхает? Я отжил их уже не спасти. Давай сюда. Окей, Виктор Михаил или Михаил Виктор, как его зовут? Выручает вас. Николай, что вы делаете? Оно не меня преследует. Николай! Подожди, он своего напарника бросил? То есть вот был хороший русский, его убили. Остался плохой русский. Прочь с моего поезда. Поезда, дрянь. Окей. Все, у нас был хороший, трагичный, драматичный, спасающий всех русских. Вот. Он себя взорвал ради того, чтобы главный герой жил. А плохой русский ушел. Ну, так, баланс в мире. Причем подставил своего напарника. Очень сложные какие-то у них отношения. А это даже глазом не повел, что их закрыли. А Виктор, наверное, подозревал в чем-то Николая. Он же, видишь, что-то там про ворота говорил. Так, и что происходит? Что? Загрузка? Че у меня черный экран-то висит? У меня что-то черный экран висит. Ничего не происходит. Так. Алло. Ничего не происходит, ничего не реагирует. Просто звуки идут. Что происходит? Это так игра подсказывает, что пора закругляться? Ну-ка, дайте я быстренько прогуглю. Кто-нибудь с таким сталкивался или нет? Сейчас вот Resident Evil 3. Train. Ну, типа, после этого уровня. Black. Вот, black screen after train. Окей. Ну, ладно. Буду разбираться самостоятельно. Сохранение вроде там недалеко. Ну, там было горячее сохранение. Если что, я самостоятельно пройду. Тот Алида пишет, тот хороший был, с Украины. Поэтому его зовут Михаил Виктор. А этот плохой, с России. Поэтому его зовут Николай. Да. Окей, ну ладно. Тогда придется игру закрыть на сегодня. Я разберусь самостоятельно, что с ней не так. И все. Ну, хорошей вам ночи, чтобы у вас была обитель добра.